Традиции семейного отдыха. Украина, все Украина моя, сыне небес.
знаєш слова, ті перші про кохання і ті волчі вуста, і чекання на світання, сльози чисті роси, і стежку біля річки, де залишились роки. Там дорога твоя, віця і данині, крила білих лалей, вітають в небо синя, кличе, кличе душа. Україна, це країна.
По традиции, 17 сентября в Бердянске проходит празднование Дня города. В этот день, как равно и накануне, его улицы наполняются веселым шумом концертов, ярмарок, музыкальных и костюмированных шоу. Конкурсы и викторины, морская регата и фестиваль ухи – в эти праздничные дни здесь точно не будет скучно. И поверьте, это не единственный повод приехать в наш небольшой уютный городок. Ведь он уже более 180 лет радует, чарует и удивляет своим неповторимым колоритом. Более того, мы расскажем о том, что нельзя пропустить в Бердянске, городе, по праву считающемся сердцем Азова. В 1824 году граф Воронцов, новый генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии, поручил адмиралу Грейгу снарядить экспедицию во главе с капитаном второго ранга Грицким и геодезистом Манганари. Конечной целью этого путешествия должен был стать поиск удобного места для сооружения пристани на Северном Приазовье. Осенью этого же года Грицкий выполнил данное ему поручение и в рапорте написал: «Бердянская коса превосходит неимоверно достоинством своим обиточную, и на ней вы можете завести пристань и порт, который разве Севастополю уступит?» Молва о новом приморском портовом городе разносилась далеко за пределы края и за рубеж. Одно за другим возникали в Бердянске торговые консульства Греции, Англии, Италии, Испании, Австро-Венгрии, Франции, Дании и других государств. Возрастающую значимость порта подчеркивала в 1867 году памятная книга Таврической губернии. Теперь уже нет сомнения, что для всего Азовского побережья Бердянский порт будет тем, что Одесса для черноморских берегов. Город рос и хорошел, наполняясь шумом рынков и магазинов, модных фотосалонов и отелей, шелестом скверов и парков, пестрел афишами театров, содрогал воздух шумом ремесленных мастерских, заводов и входящих в порт кораблей. Ввинчивался крыльями мельниц в морской бриз, а главное, неизменно спешил по гулким мостовым к морю. Здесь совершались променады, причаливали рыбацкие баркасы, а чуть поодаль от центра города поправляли свое здоровье курортные. Примечательно, что целебность бердянских грязей была выявлена и обнаружена благодаря наблюдательности местных врачей. В городе на то время свирепствовали ревматизм и радикулит. А вот рыбаки Бердянской косы, которым зачастую приходилось спать на сыром песке и целыми днями бродить по воде, не жаловались на эти болезни. Своим недоумением бердянские эскулапы поделились с профессором Новороссийского университета Евгением Бурксером, который изучал природу радиоактивности минеральных вод, грунтов и лечебных грязей Российской империи. Исследовав грязи бердянских лиманов, ученый сделал поразительное открытие. По своему качеству они были сродни лучшим грязям, известным в России и Западной Европе. И уже в 1902 году на берегу Красного лимана была построена небольшая деревянная грязелечебница с солнечным подогревом. На чудесное исцеление от хронических хворей приезжали больные не только из ближайших округ, но и из Петербурга, Москвы, Киева, Сибири, Варшавы. Более того, предприимчивые зарубежные дельцы начали вывозить грязь в другие страны. Спустя почти 70 лет Бердянск был признан курортом общесоюзного значения, а еще через 35 лет – курортом государственного значения. Как и 100 лет назад, сегодня в здравнице нашего города для лечения заболеваний костно-мышечной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологического направления, болезней периферической нервной системы и системы кровообращения, а также заболеваний органов дыхания спешат тысячи туристов. В честь их чудодейственного выздоровления на курорте установлен символичный памятник. Его венчает выдержка из очерка Остапа Вишни.
Приезжает человек на костылях, а за полтора месяца лечения, прощаясь, дарит костыли курорту и садит под гармошку гопак. Кстати, среди известных курортников Бердянска в разное время были Николай Островский, написавший «Как закалялась сталь», Екатерина Жемчужная, снявшаяся в телесериалах «Вечный зов», «Кармелита», «Обручальное кольцо», Александр Флярковский, на музыку которого были написаны песни «Когда уйдем со школьного двора», «Ах, мамочка», «Так уж бывает», российская телеведущая Ангелина Вовк, многократный рекордсмен мира по тяжелой атлетике Леонид Жаботинский и многие-многие другие. Бердянск манит к себе не только тех, кто хочет поправить свое здоровье, но и желающих с удовольствием отдохнуть. Говоря об уникальных особенностях нашего города, нельзя не упомянуть, что Бердянск, с одной стороны, окружен величественными степями, в которых в разное время царил вольный дух скифов, сарматов и половцев, а с другой стороны, окаймлен берегом самого теплого, мелководного и в былые времена самого рыбного моря. И где бы вы ни отдыхали, в центре города или на косе, вас везде сопровождает незабываемый коктейль степного разнотравья и морского бриза. К слову о косе. Являясь жемчужиной Северного Приазовья, эта естественная береговая насыпь, серпом врезающаяся в Бердянский залив, является частью Приазовского национального природного парка. Наблюдательным туристам откроется богатое разнообразие флоры и фауны этого удивительного уголка. А вот осенью он превратится в огромную перевалочную базу кочующих к югу птиц. Среди самых заметных представителей пернатых косы – лебеди, цапли, утки, чайки, бакланы. А теперь из потаенных уголков нашей жемчужины вернемся к общедоступным. К услугам туристов 45 комфортабельных баз отдыха, пансионатов и туристических приютов, 17 детских и спортивно-оздоровительных учреждений, которые одновременно могут принять до 15 тысяч человек. А еще разбросанные вдоль всего побережья гостиничные номера на любой вкус и толщину кошелька. Традиционным атрибутом пляжного отдыха, кроме возможности приобрести нужный загар и понежиться в волнах ласкового моря, предприимчивые бердянцы предложат целый комплекс водных аттракционов. Катание на бананах, таблетках, водных велосипедах и скутерах. А для самых отчаянных – подъем на парашюте. Не будет скучно на берегу и малышам, которых ожидают водные горки и батуты. Отдыхая на побережье, вы верно не лишите себя удовольствия посетить аквапарк «Мыс Доброй Надежды». Возведенный в виде старинного замка с экзотическими растениями и множеством красивейших бассейнов, этот развлекательный комплекс удивит не только своей величественностью, но и количеством аттракционов. Не забудьте запланировать в своем списке для посещения и дельфинарий Немо с его веселыми морскими артистами, удивительными дельфинами и морскими львами. Если же этой встречи вам окажется недостаточно, направляйтесь в зооклуб «Неон». Богатейший аквариум и террариум подарят радость общения с представителями экзотической фауны нашей планеты. Любители природы вряд ли обойдут своим вниманием и зоопарк «Сафари». Гуляя по его дорожкам, вы почувствуете себя европейцами-первооткрывателями, которые показали миру загадочных диких животных Азии, Африки и Америки. Кому же по душе сказочно радужный и благоухающий мир флоры, непременно найдут время для визита в садовый центр «Твой сад». Прекрасен Бердянск в лучах догорающего дня. Щедрым золотом он заливает море, беседки, летние площадки кафе и ресторанов.
И это своеобразная романтическая прелюдия перед ярким и динамичным завершением дня. Ведь впереди вечер аттракционов. Кто хочет увидеть город с высоты птичьего полета в компании родных и близких сердцу людей, обязательно купит билеты на самое высокое в Восточной Европе колесо обозрения «Мираж». А любителям экстрима придутся по душе головокружительные аттракционы «Лунапарка». Не стоит забывать и о самых маленьких туристах. К их услугам разнообразные модели детских авто и веломобилей, мотоциклов и даже прокат роликовых коньков. Колесит улицами центра города и веселый поезд. Пешеходная зона Бердянска открыта еще для одного вида транспорта – велосипедов. Их вы можете подобрать на свой вкус или настроение. Самостоятельно вращая педали и прокладывая необходимый маршрут, или удобно расположившись впереди своего водителя и нередко гида – велорикши. Ну а если в ваших планах с ветерком прокатиться по ночному морю, взметая в воздух брызги волны шампанского и всласть отдавшись соленым танцам на палубе, вам путь на катер или пиратскую шхуну. Любителям экзотических коктейлей, шумных вечеринок и пенных пати придутся по душе ночные клубы Бердянска. В Бердянске трудно заблудиться. Построенный по образу и подобию Южной Пальмиры Одессы, он пропитан своей историей, своими традициями и знаменитостями. Вот уже 140 лет нерушимым оплотом учительского слова и научной мысли в центре города высится здание старинного красного кирпича Бердянский государственный педагогический университет, подаренный городу в качестве мужской гимназии. Из его стен вышли микробиолог Владимир Хавкин, открывший миру вакцины против холеры и чумы, красный адмирал Петр Шмидт, поднявший мятеж на крейсере «Очаков», известный писатель-фантаст Иван Ефремов, подаривший миру романы «Туманность Андромеды» и «Таиса Финская», чемпион мира по пауэрлифтингу Виталий Папазов. По соседству с этой цитаделью просвещения расположен еще один старинный особняк – дом-музей семьи Шмидта, в котором бережно хранится память о градоначальнике, руководителе порта Петре Петровиче Шмидте и его семье. Итальянская брусчатка, привезенная в трюмах кораблей в качестве балласта, помнит шаги своих земляков – выдающегося инженера-конструктора Афанасия Фирсова, под чьим руководством был создан знаменитый танк Т-34, балерины Лидии Чернышовой, известного актера театра и кино Леонида Галиса. Впрочем, Бердянск подарил миру целую плеяду художников. Главного живописца Кремля Исаака Бродского, его ученика Петра Белоусова, непревзойденного маэстро портрета Якова Хаста, самобытного художника, врача и праведника мира Людвига Годлевского. И где, как не в художественном музее имени Бродского, в фондах которого хранится наибогатейшая в Запорожской области коллекция полотен художников XIX-XXI веков, можно увидеть и узнать об этих виртуозах кисти. Прогуливаясь по набережной Бердянска, любители истории обязательно посетят музей «Подвиг». Здесь собраны интересные экспонаты и истории о легендарных личностях нашего края, среди которых незабвенные женщины, герои Советского Союза, штурман Евгения Руднева и летчик, многократный рекордсмен Полина Осипенко, именем которой был назван Бердянск с 1939 по 1958 годы. Посвятив свободное время познавательному отдыху, не забудьте открыть для себя и музей истории Бердянска. Здесь вас вернут не только к истокам появления города, но и поведают о тех, кто в разное время снискал его добрую славу. Среди уважаемых бердянцев – профессор Московской консерватории, пианист Михаил Воскресенский, композитор и саксофонист Анатолий Вапиров, капитан сборной Украины по баскетболу Александра Горбунова, модель и актриса, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда, Ольга Куриленко,
актрисы театра и кино Татьяна Назарова и Мирослава Карпович. И это еще не полный список. Впрочем, такому представительскому десанту знаменитостей могли бы позавидовать многие города. Если же вы думаете, что постигли всю суть города у моря, смеем вас предупредить. Не посетив краеведческого музея, эта картина будет неполной. Город на перекрестке революций, войн и разных эпох, в истории которого сыграли свою роль личности анархиста Нестора Махно, главы директории УНР Владимира Винниченко и первой в мире женщины-посла и дипломата Александры Калантай. Ну а без фотографий на фоне целой поляны половецких баб, застывших буквально у крылечка краеведческого музея и некогда хранивших прах великих воинов, вы просто не сможете уехать. Как, впрочем, и без фото у памятников Бердянска. Их можно найти практически в любом уголке центра города. Они не только дань курортному образу жизни и истории морского города, но и юмористический взгляд на сущность человеческой натуры. Уверены, вы вернетесь домой не только с яркой и незабываемой фотосессией, но и неизгладимыми впечатлениями от общения с артистами Бердянска. Их можно увидеть вечером по выходным дням на центральных подмостках города, на Приморской площади, возле городского дворца культуры, а также площадке торгового центра «Дельмар». Творческие коллективы, вложившие душу и фантазию в рисунок танцев, колорит костюмов и репертуар песен, заставят рукоплескать публику разных возрастов. Между тем, Бердянск – это не только бесшабашное летнее времяпрепровождение. Колокольный звон, доносящийся в разное время из разных уголков города, возвещает о том, что не хлебом единым жив человек. А значит, время остановиться и задуматься. Ныне в Бердянске 12 действующих православных храмов, причем два из них снискали славу являющих чудеса исцеления. Больше 120 лет тому в храм Рождества Христова был принесен чудотворный образ Богородицы, икона Троеручица Бердянская. Много чудес явила эта святыня людям, и по сей день не истекает поток молящихся о здоровье родных и близких к образу Божьей Матери. Стекаются веряне из разных уголков Украины и зарубежья и в Бердянский храм святого Пантелеимона. Ведь здесь, среди зелени и ухоженных клумб, выстроена купель с целебной водой. Студенность источника не останавливает тех, кто хочет попрощаться с болезнями, встать на ноги и начать новую жизнь. К полноте и красоте духовной жизни верующих и просто ищущих себя людей взывает римско-католический костел Пресвятой Девы Марии. Его устремленные ввысь шпили ярко подчеркивают возвышенность музыки, звучащей под сводами храма. Ведь здесь безраздельно царят орган и классические мелодии. Концерты органной музыки – уже добрая и хорошо прижившаяся традиция костела и самого города. Верными спутниками бердянских туристов на протяжении всего отдыха по праву считается купальный костюм, надувное плавсредство, фотоаппарат и, конечно же, овощи, фрукты, рыба и креветки. Этого съестного добра в богатейшем ассортименте можно без труда найти на 7 рынках нашего города. Однако пальму первенства в этом негласном соревновании по продаже продуктов, конечно же, держит центральный рынок. Неблагодарная затея перечислять, что можно здесь купить. Проще сказать, что с пустыми руками отсюда вы точно не уйдете. И глаз от прилавков не оторвать, и продавцы не отпустят. Ведь на то он и отдых, чтобы позволять себе побольше и получше. Отдельный разговор о рыбе.
Без нее вы не вернетесь домой. Вяленые бычки, пеленгас, копченая тюлька, истекающая янтарным жиром тарань – непременный атрибут возвращающегося домой курортника. Изобилие азовской рыбы не раз спасало жителей Бердянска и ближайших сел от верной гибели в голодном 1933 году, во время оккупации нацистами города и после Великой Отечественной. Надежным морским кормильцем остается бычок и сегодня. Неспроста памятник именно этой рыбки установлен в центре Бердянска. А сколько историй, ставших уже легендами, повествуют о том, что именно благодаря бердянской рыбе открывались самые высокие кабинеты и решались самые неразрешимые вопросы города. Надеемся, что после нашего рассказа вы все-таки не откажете себе в удовольствии отдыхать именно в Бердянске. Ведь он всегда открыт навстречу гостям, уставшим от шума и вечной давки в пробках урбанизированных мегаполисов. В уютной атмосфере неспешной провинциальной жизни, разморенной зноем и охлажденной слепящими брызгами Азова, вы окрепнете телом и отдохнете душой. А еще привяжитесь сердцем, ведь Бердянск – сердце Азова. –